Данная компания является международной, свой путь начала из Америки и предлагает абсолютно каждому с любой страны пользователю зарабатывать в интернете деньги от продаж на Amazon.com и eBay интернет-магазинах, причем полностью на автопилоте. Этот бизнес просто потрясающий и открывает перед нами всеми огромную перспективу. Но для начала хочу сказать, что хотя компания создала удивительно выгодный компенсационный план, который не похож ни на один из тех, что было до сего времени в интернете, тем не менее, компания не дает гарантии никому, что кто-то заработает такие огромные доходы, если не приложит свои собственные усилия для этого. Итак, перейдем к главному. Революция нашего века состоялась в том, что высокие технологии внедрились настолько прочно в интернет и с такой стремительной скоростью развиваются, что просто поглощают весь рынок и при этом дают возможность всем зарабатывать огромные деньги. К примеру, скажем о таких медиа глобальных креаторов в интернете, как YouTube, Twitter и Facebook. Их возможности уже переняли себе и телевидение, и СМИ, newspaper, то есть газеты, журналы. И все абсолютно переходит уже в интернет, так как именно здесь можно очень легко и преподать информацию своим пользователям и заработать. Скажем, за последние 8 лет уже 1,5 миллиона долларов было выставлено только в YouTube видео. Это огромная индустрия. К примеру, скажем о глобальном такси индустрии, которая недавно в 2009 году создала apps для смартфонов Uber и позволила очень легко пользоваться ее услугами всем таксистам со всего мира и на этом заработала 50 миллиардов долларов. Или, к примеру, огромная гостиничная промышленность, основанная в 1957 году, настолько распространилась глобально по всему миру и имеет такую высокодоходность, что сейчас ее рыночная цена составляет 19 миллиардов долларов. Или же другой, например, сайт Airbnb, который занимается услугами продажи или сдачи в аренду домов, жилья, недвижимости или гостиничных апартаментов. Эта промышленность сейчас имеет 25,5 миллиардов долларов ценность. Основана она всего-навсего в 2008 году. И теперь перейдем к интересующей нас теме интернет-магазины и их продажи. За последние данные 2014 года такие известные гиганты онлайн-магазины, как Amazon, eBay, Google, Target, Rakuten, китайский известный онлайн-стор, Alibaba, Walmart, Overstock, Lazada и другие сделали 11 триллионов миллиардов долларов продаж в интернете. Это просто сумасшедшие суммы денег и оборот их продаж. Да, это уже известный всем факт, что такие четыре гиганта, как Amazon, Facebook, Alphabet и eBay, контролируют 70% всех продаж в онлайн-маркетинге, и ценность их составляет 1,5 триллиона долларов. Замечательно то, что Infinii работает со всеми этими четырьмя платформами. Компания Infinii начала свою деятельность с сентября 2013 года, и ее партнерами уже совершено продаж свыше чем на 2 миллиарда долларов. В общем, это составило доход 380 миллионов долларов для партнеров компании. Но вы спросите, а где же мы были? А мы только начинаем, потому что именно сейчас, в начале декабря, компания стартует глобально по всему миру со своим сайтом, со своей концепцией и своим потрясающе доходным
маркетинговым планом и предлагает абсолютно каждому с любой страны зарабатывать вместе с ней на автопилоте. Абсолютно недавно, несколько недель назад, в Америке, в Орландо, состоялась грандиозная конференция компании InfiniEye, и на ней были вознаграждены лучшие партнеры, которые добились лучших результатов. Вот вы можете видеть чеки, множество чеков на сумму свыше 50 тысяч, 500 тысяч, 300 тысяч и больше. Чеки этих партнеров, которые просто сияют от улыбок счастья на их лицах. И все это тоже ждет нас с вами, если мы примкнем к ним и также станем партнерами и будем активно здесь работать. Какова же бизнес-концепция компании InfiniEye? Она гениальная и в то же время очень простая. То есть компания InfiniEye является собой полностью и электронно-коммерческую, и управленческую платформу. Она делает оптовые закупки товаров на том же магазине Amazon, eBay и других платформах онлайн-магазинов и предлагает нам, партнерам, будущим партнерам или потенциальным, которые уже готовятся ими стать, или же клиентам, купить в розничную закупку эти товары по другой цене, которые будут нам предоставлены в кабинете. И затем следующий шаг помогает нам же продать, то есть сама возглавляет полностью эту функцию продажи данных товаров на том же Amazon или eBay по розничным ценам намного дороже. И вот эта разница от нашей затрат нашей инвестиции в закупках и с окончательным финишем продажи товара, эту разницу мы будем иметь в виде прибыли. И прибыль здесь очень-очень существенная. У компании есть служба FBA, это такой департамент, который именно будет заниматься помощью продаж нашей продукции на том же Амазоне или том же eBay. Причем эти товары будет компания покупать по самым низким ценам за счет того, что здесь как раз будет существовать кооператив. То есть все мы совместно, все партнеры, клиенты и сама компания вливаются общие деньги в так называемый пул. Из этих общих денег можно, чем больше денег, тем дешевле можно оптом большее количество этой продукции купить. Ну, чтобы вам просто объяснить, допустим, как многие те, которые продают на базарах или в магазинах и делают, скажем, продажи китайского товара или еще какой-то продукции, едут в товар, в Китай, закупают продукцию по самым низким оптовым ценам, потом приезжают на родину и продают уже по розничной продаже на базарах или в тех же своих магазинах и делает на этом прибыль. Вот то же самое предлагает InfiniEye, но она нам еще и помогает продавать. Да еще и в интернете, где огромная, просто миллиардная публика потенциальных клиентов и партнеров. Причем возможности очень благоприятные. У вас в кабинете будет две возможности. Первое, это вы можете сами продавать. Есть очень много партнеров, которые работают по аффилиат-программе уже годами в Amazon и eBay и на этом зарабатывают большие деньги, занимаясь только продажами, перепродажей. Ну, скажем, в постсоветском еще пространстве у нас было слово «спекулянт». Вот это были первые так называемые ходы, выходы в сетевой маркетинг, который сейчас мы зарабатываем на том, что мы покупаем дешевле где-то, перепродаем и зарабатываем свою прибыль. Вот это сейчас называется очень умный бизнес. И поэтому многие сами этим занимаются, умеют это делать и, возможно, могут продать дороже, чем сама же компания InfiniEye для нас. Но кто это делать не умеет, может выбрать вторую опцию. Я лично это делать не умею, я с удовольствием выберу вторую опцию, чтобы продать этот мой закупочный товар от InfiniEye в том же InfiniEye магазине. Через нее, через ее менеджеров полностью моя продукция будет продана, и мне только прибыль придет в кабинет. То же самое будет и у вас. Это очень удобно, особенно для интернациональных партнеров. Очень многие
страны имеют большие ограничения на продукцию в Амазоне и так дальше, или не могут там зарегистрироваться нормально, или не могут сделать свою закупку или продажу. Поэтому здесь они могут свои все мечты с Amazon и eBay осуществить очень легко, так как полностью менеджмент управления и все тренинги также будет проводить компания для нас постоянно. И будет облегчать нам всю работу и деятельность в этом бизнесе. А теперь давайте приступим к основным шагам и разберемся, как же это все в реале будет существовать. Вот, например, в кабинете, после того, как вы сделаете закупку своего пакета, какие пакеты, я расскажу чуть дальше, вам будут представлять следующие продукции. Продукция может меняться каждый раз, это не важно. Вся продукция продается. Абсолютно вся продукция, все товары в Амазоне продаются. Итак, к примеру, вот здесь показывается слева то, что предлагает нам купить уже в розницу от нее, от ее оптовых закупок InfiniEye, а справа наш подсчитанный доход. Итак, скажем, доступно 100 ламп для того, чтобы мы купили, если мы хотим, но так как у нас пакет может быть ограничен по количеству закупок, значит, мы купим то количество, которое можем, или то количество, которое захотим. Для нас цена на одну лампу будет составлять $8. Цена продажи этой лампы, этой же лампы на том же Амазоне уже по розничной цене будет выставлена $22.99. Эта цена зафиксированная, и она меняться не будет. Также сюда будет входить менеджмент фи, то есть комиссионный сбор самой компании за то, что она держит данный товар на складе, за то, что за доставку. Это 0,35 центов. И Amazon Fee. Amazon Fees – это если мы выберем для продажи сами платформу Amazon Магазин, значит, еще за это магазин тоже свои издержки имеет. Вот $8.50 будет комиссия сбора Amazon. И на следующем слайде видим, что, к примеру, мы покупаем 10 штук, мы сами вписываем, и это нам будет стоить вместе все $80. И дальше мы Confirm Order нажимаем, подтверждаем, что мы хотим купить этот товар, и он будет храниться или у нас в кабинете для того, чтобы мы дальше выбрали функцию сами продавать или перепродать через Amazon InfiniEye. И вот смотрим наш доход, фиксированную нашу прибыль. Что же мы видим? Если эта лампа будет продана на том же Амазоне за стоимость, за цену $22.90, то вот наши расходы и доходы. Мы, скажем, потратили $8 на то, чтобы ее купить. Дальше $8.50 комиссионный сбор в Amazon и 0,35 центов комиссионный сбор Анны InfiniEye. И наш потенциальный, наша прибыль чистая, это $5.96 на одну лампу. Если мы их купили 10, значит, мы заработали чистую прибыль $59.60 после того, как нам компания продаст этот товар. Теперь скажем следующий товар от известной брендовой фирмы «Чемпион». Вот спортивные штаны, брюки, да, 500 штук в наличии. Мы их можем купить за цену $4. Продажная цена будет выставлена $16. И комиссионный сбор, который мы видим, это 0,35 центов и $7.42 Amazon комиссионный сбор. И вот мы видим точный бухгалтерский подсчет нашего расхода и дохода. Если данный товар будет продан за $16 за штуку, то наши затраты $4, покупка, $7.42 это комиссионный сбор. Итак, наша чистая прибыль $4.58 за одну штуку штанов. Умножим на 25 штук, если мы их купили, 25 пар, значит, наша чистая прибыль составит $114.50. Если мы потратили $80 и заработали $114, то
то я думаю, что это отлично. Теперь смотрим еще больший доход. Скажем, вот эти Baby Einstein Rattle, то есть это для новорожденных детей, вот такая вот игрушка. 400 штук есть в наличии для покупки, а цена одного – $3. Продажная цена – $18.99 зафиксированная. Плюс сюда входит 0.35 комиссионный сбор FINEye и Amazon комиссионный сбор $5. Если посчитать, что мы закажем, к примеру, 20 штук таких игрушек, то наши затраты будут составлять $60. А теперь смотрим наш доход. Итак, $3 затраты, $5 затраты, 0.35 затраты. Продавая за $18.99, наша чистая прибыль с одного будет $10.64. Умножить на 20 штук, если мы, к примеру, их купим, то наша чистая прибыль будет $212.80. Или, к примеру, на этом слайде посмотрите полный подсчет на калькуляторе расхода и дохода данной продукции на Amazon или eBay, которая была перепродана через компанию FINEye. Вот вы видите, например, затраты $10, а ваша чистая прибыль $26. Это 250% дохода. 450% дохода на следующей продукции. Это просто чисто игрушки или книжки. То есть совсем еще такой маленький товар, скажем. А тут возможна продажа абсолютно разной продукции с разной стоимостью, ценностью и, конечно же, прибылью. Теперь давайте посмотрим со стороны клиента и со стороны партнера, как это все будет выглядеть. Вот, к примеру, Рэйчел. Она ищет на сайте eBay, чтобы купить себе вот такой набор, комплект кастрюль. И она нашла цену за $114.85, полностью весь набор. Она довольна и его покупает. Эта продажа происходит через ссылку, через код Стивена, к примеру, такого партнера, как мы с вами, который уже до этого совершил покупку данного комплекта и уплатил стоимость ее $68.60, розничная цена покупки для Стивена, как партнера компании FINEye. То есть данная продажа с eBay будет переходить через сайт компании FINEye и, в частности, через ссылку кодовую, трекинг-код Стивена. И вот чистая прибыль Стивену поступит в его кабинет $46.25 с продажи вот только одного комплекта. По-моему, здорово. А теперь давайте перейдем к нашим пакетам. Компания FINEye сделала просто гениальную разработку гибридного плана, в который входит и партнерская программа продажи, покупки-продажи, и также маркетинговый план, компенсационный план MLM. То есть мы можем здесь участвовать как клиенты и как партнеры, и при этом зарабатывать еще и в бинарном и линейном маркетинговом плане. Для этого существует три пакета входа. Первый – это Prime. Prime, который стоит $49.95 в месяц. И также он будет иметь под собой себестоимость 50 волюм, то есть вы будете сразу набирать 50 очков, которые будут потом давать вам бонусные начисления дополнительные в бинарном плане. Итак, если вы заплатите этот пакет, то вы будете иметь право купить 15 Springboard продуктов в месяц на площадке FINEye. То есть вот те продукции, которые вам показывала, к примеру, товары, вы сможете количество их 15 купить. Если вы хотите больше, то вы будете доплачивать уже их стоимость плюс еще $2 свыше за каждый. Это вам позволит участвовать в использовании продажи ваших товаров на автопилоте, получать прибыль. То есть вы можете быть просто клиентом и, не приглашая никого в бизнес, зарабатывать чисто прибыль на перекупке и перепродаже продукции с Амазона и с eBay.
Но также вы сможете и приглашать в этот бизнес всех желающих, если вы этого хотите. А я думаю, что вы захотите, так как здесь можно заработать еще большой, очень огромный доход, который может составить ваш пожизненный ваш доход и вашу даже пенсию. И плюс она может увеличиваться, тогда за это вы тоже сможете зарабатывать деньги. И при всем при этом вы будете иметь еще помощь от компании. Переходим в следующий пакет, который называется Surge. Он стоит $149.95 в месяц и даст вам 150 волюм очков сразу. Это даст вам возможность купить и перепродать 30 продуктов, в которые вам предоставит компания в тот момент. Бизнес на автопилоте, то есть все то, что входило и в пакет Prime. Вы сможете уже продавать вашу продукцию на 5 разных платформах, которые вам предложит компания. И также сможете еще дополнительно 10 продуктов больше купить, если вы захотите, за ваши личные деньги. И за это тоже вам будут начисляться дополнительные волюм. И следующий, самый дорогой, самый интересный пакет, пакет Excel, который стоит $399.95 в месяц. И вы сразу получите 400 BV, то есть очков для binary плана. Это даст вам возможность закупки 60 товаров и их перепродажи, которые вам позволят получить прибыль уже 400% дохода с перепродажи, участвовать в мультинациональной продуктовой линии, то есть абсолютно полностью выбирая товар из всех товаров, которые рассылаются в разные страны, и также принимать полное участие во всех тренингах, обучающих тренингах компании от лучших экспертов. А здесь как раз подключены лучшие менеджеры, брокеры, эксперты от компании Amazon и eBay, которые там уже годы работают и знают всю систему изнутри. И, конечно же, сюда все входит то, что входит в пакеты Prime и Excel. То, что вы услышали до сих пор, это только первый шаг. На самом деле компания очень мощная и предлагает нам 6 шагов к успеху, которые мы можем пройти вместе с ней, чтобы добиться огромного отличного результата. Итак, первый шаг вы уже прошли, если вы купили какой-либо пакет из данных Prime, Search или Excel. Вам определяться. Вы можете начать из первого Prime и постепенно выйти на то, чтобы сделать апгрейд к следующему и к следующему. Но, конечно же, чем выше пакет, тем больше сразу и очков, и тем больше очков вы будете получать от вашей команды. Смотрите, до этого момента вы, в принципе, были как просто клиент. Вы покупали, перепродавали и на этом зарабатывали, не приведя в бизнес ни одного человека. Что же будет, если вы будете участвовать в Rewards Plan InfiniEye, то есть в том плане, которым вас будет благодарить компания за то, что вы будете расширять ее сеть партнерскую. Здесь растут доходы еще намного больше. И этот план, Reward Plan вознаграждений, имеет 6 шагов, о которых я вам сейчас хочу рассказать. Это просто глобальный бизнес, и здесь все шаги маркетингового плана, не повторяющиеся еще до этого ни в одной компании, и те возможности, и те условия работы. И здесь вы можете выйти на ранг бонус в 10 миллионов долларов. Со временем, конечно, это не будет ни за месяц, ни за день, ни за год. Для этого нужно потрудиться некоторый период времени, может и несколько лет, но тем не менее этот доход будет постоянный и он будет пожизненно включен в вашу затраты вашей энергии. Поэтому давайте перейдем, посмотрим, как же это все будет происходить на следующем этапе. Итак, к примеру, перейдем к бинарному плану. Если вы начнете приглашать людей, для того, чтобы вы имели все вознаграждения по маркетингу, вам нужно пригласить 2 партнера на любой пакет. Итак, к примеру, возьмем
Пам. Пам пригласила в бизнес Сью и Марка. Сью купила пакет за 150 долларов, получила 150 бонусных очков, а Марк купил пакет за Excel за 400 долларов и приобрел при этом очки 400 валю. К тому же Сью еще и продала на eBay свой продукт. Она получила дополнительно за продукт 4 очка. А Марк купил что-то на онлайн-площадке и тоже за покупку получил свои 12 бонусных очков. Вот таким образом ваши партнеры будут расставляться налево и направо, то есть левая нога и правая нога. Так будет строиться бинар, бинарная система, которая очень прибыльна, очень интересная. В принципе, ее очень легко строить. Вы знаете, что в бинаре существует спонсорская нога, по которой вам по, так сказать, спилловеру будут падать люди, и вторая ваша нога, которую вы должны сами упорно строить. Просто в спонсорскую ногу будете время от времени подкидывать ваших людей, если будете там видеть задержку. Но если над вами сильные спонсоры, то вам ваша задача, в принципе, строить вашу ногу, а вторая будет строиться сама собой. Это очень удобно, это очень выгодно в бинарном плане. И все действия, которые будут совершаться в вашей команде, то есть покупки, продажи данных пакетов, каких-либо из трех, или же продажа, покупка какого-либо товара от компании InfiniEye и продажа ее на Amazon или eBay или других онлайн-магазинах, за все это, за все эти действия будут также даваться баллы вашей команде, каждому участнику и вам лично над ними как спонсору. Поэтому вы будете постоянно накапливать эти баллы, и эти баллы будут вам давать дополнительные комиссионные, дополнительные бонусы, дополнительные выплаты, дополнительные большие матчин, еще бонусы, которые мы рассмотрим в следующем шаге. То есть первый вид дохода вы видели, когда я говорила о том, что мы перепродаем продукцию от компании InfiniEye. Это первый наш доход, и дальше начинается следующий наш доход. И из этого следующего дохода первый – это Fast Start бонус, то есть быстрый стартовый бонус. Он состоит из тех продаж, тех пакетов, которые мы будем совершать командой, и именно личные продажи. То есть если ваши личные партнеры, которых вы пригласите, купят какой-либо из трех пакетов, вы сразу получите моментально 15% стоимости от этого пакета комиссионные. До 60 долларов, скажем, там за пакет Prime вы получите, который стоит 50 долларов, вы получите 15%, это где-то там 7-8 долларов, то за пакет Excel вы получите 60 долларов. 60 долларов – это максимум из тех 15 долларов, которые мы можем получить за Fast Start бонус. Причем этот бонус мы будем получать ежемесячно. Каждый месяц, если партнеры наши личные на линейном уровне будут покупать какие-либо пакеты, причем они могут их и апгрейдировать, то есть повысить в какой-то момент, значит, мы будем до 60 долларов получать за каждого из этих приобретенных пакетов. Следующий, второй бонус – это начинающий бонус или бонус для начинающих. Он может быть достигнут до суммы 1800 долларов в месяц. Что для этого нужно? Его могут достигнуть абсолютно все, но те, которые пригласили хотя бы два человека, два партнера или клиента, которые купят какой-либо из пакетов. Главное, чтобы у вас в одной ноге справа был человек и проплаченный, и во второй ноге справа один человек проплаченный. Тогда вы квалифицируетесь для получения этого второго бонуса, который может достигать в сумме 1800 долларов в месяц. То есть вы сделали вашу работу, всего двух человек пригласили и больше никого. Но вы можете получать до вот такой суммы денег ежемесячно. Как это может происходить? Ну, это, к примеру, может быть и от ваших личных действий, то есть вы приобрели пакет, и ваши два человека приобрели, и, скажем, средний пакет, и вы достигли 200 activity points, то есть 200 баллов ваша месячная вот квалификация, она умножается на число 1,5, 1,5.
И это получается $300. Значит, за, например, этот месяц вы получите $300. Или же вы в общей команде, то есть под ваши два партнера еще там пригласили людей, и в вашей команде за месяц вы в общем получили 400 очков, которые умножаются тоже на число 1,5, и получаете $600, допустим, в этом месяце. На следующий он может увеличиться и до 1800. Больше нет. Даже если у вас будет там 5000 дохода, и вы пригласите только двух партнеров, то больше вы не получите, потому что есть определенные ограничения. То есть в этот второй бонус дается 6% из общего пула прибыли в компании именно на этот второй бонус. Это делается для того, чтобы стимулировать партнеров работать, то есть приглашать людей, хотя бы сделать квалификацию на два партнера. Ну и также есть своеобразное обрезание для того, чтобы хватило денег на всех, чтобы всем справедливо можно было бы начислить их бонусы. Поэтому так работает второй бонус, но это тоже отличный бонус для начинающих активных партнеров. Следующий, третий бонус, Accelerated Dual Team бонус или ускоренный двойной бонус, это уже очень большие деньги начинаются отсюда. То есть именно для активных, очень активных партнеров начинается большая игра, большие деньги. И здесь вы можете достигать до 50 тысяч долларов еженедельно, в неделю. И потолок, который может быть выплачен, это 20% от вашей меньшей ноги в вашем бинарном плане. Рассмотрим этот бонус на данном примере. Вот, скажем, вы наверху как спонсор и два партнера ваши Суи и Марк, это две ноги, левая и правая, в бинарном плане. Этот бонус начисляется именно в бинарном плане. Здесь вы можете получать 10%, достигнув статуса менеджер, или же 15%, достигнув статуса директор, или же 20%, достигнув статуса амбассадор. И получать вы будете от суммы, общей суммы дохода от меньшей ноги. Скажем, к примеру, вы сделали продаж в левой ноге на 8000 волюм очков, а в правой ноге на 9000 волюм очков. И достигли статуса менеджер, национальный менеджер. Вам положено выплатить в неделю 10% от очков, от суммы очков в меньшей ноге. Итак, 10% умножаем на 8000, получается $800, дополнительный третий бонус для вас как активного спонсора или спонсоров в статусе национальный менеджер. Если вы, к примеру, стали на статус сеньор-директор, это уже вам положено 15% с меньшей ноги, и, допустим, у вас в меньшей ноге 28 тысяч очков набралось, а в больше 39, значит, берем от меньшей ноги. Компания высчитывает, умножаем 28 тысяч на 15%, $4200 доход у вас в неделю только с меньшей ноги. И следующий статус, который вы можете получить, амбассадор, вам даст возможность с того момента получать 20% от вашей меньшей ноги. Если, к примеру, в вашей меньшей ноге подсчетов 98 волюм очков, умножаем на 20%, это получается доход в неделю 19 600 долларов. Это плюс к тому всему, к тем шести видам дохода, которые имеются в компании. Вот. И четвертый бонус – это Infinity Pay, то есть 5% вы можете получать неограниченный доход в глубину от доходов ваших личных партнеров. Если вы строите команду, и у вас, скажем, 4 приглашенные, и вот Сэм у вас заработал в неделю доход, это отчитывается все от очков, от волюма. Вот Сэм, к примеру, первый заработал 19 600 волюм. Умножаем его количество на 5%, так как это ваш личный, который достиг благодаря вашему обучению такую работу и вашей помощи, и сам он активный, значит, плюс вам еще насчитывается $980 в неделю вам дохода.
от Сюи, которая заработала 21 200 валюм, умножаем на 5%, плюс вам еще 1060 долларов в неделю дополнительного дохода. От Марка, который заработал 20 950 волюм, умножаем на 5%, это вам еще плюс 1047 долларов в неделю к тем деньгам, что у вас уже есть. И Ким, 12 тысяч очков на 5%, еще плюс 600 долларов в неделю. Это только от 4 личных приглашенных. А если вы будете приглашать много, если вы будете активны и сделаете огромную команду, посчитайте, какие доходы вы можете здесь иметь только от 4 бонуса. Если, к примеру, вы персонально пригласили 4 активных партнера и вышли на статус Executive Director, значит, вы можете иметь в месяц доход уже 14 748 долларов. Только за 4 партнеров. Доход в этом бонусе вы можете иметь огромный, но потолок все-таки будет. Это 200 тысяч долларов. То есть 200 тысяч долларов в неделю вы сможете получить, но больше нет, потому что, опять же, высчитывается калькулятором, системой прибыль, чтобы хватило на всех партнеров. Следующий очень вкусный, интересный бонус, 5-й, Elevation Rank бонус. Это уже, если вы будете расти по рангам, то есть амбассадор и выше, вы сможете выйти на доход 10 миллионов долларов кумулятивного бонуса. Это уже огромный бонус, огромные деньги, пожизненные деньги, и считайте, ваша вечная пенсия от этой компании, даже если вы уже не будете здесь делать никаких действий. Вы настолько прочно сделаете вашу команду, что она просто будет сама уже работать на вас пассивно. Этот важный бонус давайте рассмотрим на данной таблице, потому что здесь вы уже будете строить действительно ваше личное бизнес-государство, ваша денежная машина, которая будет вам давать доход практически пожизненно. Смотрите, если вы дойдете до статуса директора, скажем, вот 15% вы будете иметь право получать, при этом смотрим, вот здесь столбики слева, вам нужно будет достигнуть 30 тысяч в общей вашей структуре очков и 10 тысяч в одной слабой ноге. И это вам даст возможность получать по этому бонусу дополнительно 3,5 тысячи долларов в неделю. И с этого момента вам открывается 5% Infinity бонус, без неограниченный в глубину. То есть со всей вашей структуры с первого, второго уровня, третьего, четвертого и все уровни вниз без ограничения вы сможете получать 5% от их дохода. Но если вы в статусе директора, значит, не больше, чем 200 долларов с одного уровня в неделю. Это даст вам возможность получить также 10 тысяч долларов в течение 2 месяцев как премию, бонус премию. Если вы достигнете статуса директора в течение 90 дней, то вам еще начислят дополнительно 10 тысяч долларов бонус премию в течение 2 месяцев. Это, считайте, 20 тысяч долларов вы можете получить такой бонус, выйдя на статус директора. В принципе, это не так сложно сделать, если активно начать работать сразу. Если вы будете продвигаться по уровням дальше, не останавливаясь на статусе директор, а расти до сеньор директор, экзекьютив директор, президент директор, то смотрите, как будут там вырастать ваши доходы. Вот, ну и что для этого нужно, вы сможете посмотреть в списке ниже, то есть в таблице, сколько нужно волюм, сколько нужно очков в слабой ноге, и какой это вам доход, скажем, президент, директор, 15 тысяч долларов в неделю вы только будете за это иметь с бинара, и 5% Infinity бонус 3,5 тысячи и 150 тысяч премии. И плюс с президента директора начинается еще так называемая пожизненная пенсия, то есть вот плюс к этому вам еще 25 тысяч долларов будут давать в течение 2 лет начислять, если вы выйдете на этот статус, даже если вы уже не будете ничего здесь делать. И будете все так же продолжать расти по
статусом, потому что под вами будет строиться и работать мощная структура, которая может вывести вас в какой-то момент на Global Ambassador. Это уже миллионы долларов дохода в месяц и в годы. И последний, шестой Global бонус, который предлагает компания всем активным партнерам из мирового пространства, кто выйдет на, по крайней мере, уровень директор, о том, о чем я говорила в предыдущем шаге на таблице, вы сможете получать еще дополнительно, например, 2% со всей прибыли компании InfiniEye, мировых ее продаж. То ли это будет в Амазоне какой-то страны, там Мексика откроется, Япония дополнительно, начнутся где-то там партнеры еще продавать. Значит, вы будете включены в этот план продаж, то есть общий процент, 4% от прибыли компании дается на этот шестой Global бонус и уже распределяется на всех партнеров, которые выросли до статуса директора, от директора до Global Ambassador, у каждого свой процент. Это тоже огромный кусок пирога, огромное количество денег, сумма денег, которая будет постоянно вам начисляться. Поэтому стоит здесь поработать, чтобы выйти на такие статусы всем вместе, каждому по отдельности и всей командой сообща. Обязательно примите к сведению всю эту информацию, которую я вам сейчас передала. Посчитайте все эти фантастические бонусы. Учтите также, что начисления здесь будут как и мгновенные, комиссионные, то есть за Fast Start бонус, сразу за продажу пакетов, так и еженедельные. Выплаты будут еженедельные, и деньги будут выводиться каждую неделю на e-wallet кошелек. Здесь будет специальный e-wallet кошелек, с которого вы сможете перевести деньги на банковский счет ваш личный или же на предоплаченную карту от компании. Действуйте сейчас и действуйте быстро. Будьте с нами в нашей команде в этом уникальном бизнесе.